Как можно было так вырядиться в кино? Ты посмотри, в чем ты одет. Кто ходит с макбуком в кинотеатр? Зачем? Ты делаешь вид, что ты все время работаешь. Это бессмысленно, ты не понимаешь просто. Мы идем в кино. Здравствуйте. Ай! Можно не биться очками? Дурочка. Лера. Ты всегда у меня какая-то странная в истории. Норм. Хай, ребята, смотрите, это мой новый маникюр. Как вам? Первый раз сделала красный цвет, и первый раз у меня такие длинные ногти. Как можно было так вырядиться в кино? Ты быстрее, в чем ты одет? Кто ходит с макбуком в кинотеатр? Зачем? Ты делаешь вид, что ты все время работаешь. Это бессмысленно, ты не понимаешь просто. Мы идем в кино. Здравствуйте. С ума сойти, кто же за мной приехал? Привет, привет. Нет, ты не успела, любовь моя вернулась ко мне. Поехали, пожалуйста. Мне надо представляться, когда я вхожу. Делать вид, что я вам рад и всеми вами дрожу. Эй, ты мусор, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. А сейчас я буду делать сайт на информатику, и я решила делать сайт про тур гурту Open Kids по Украине. Поэтому, ребяточки, наша команда, если вам вдруг нужен такой человек, я скоро научусь. Смотрите, мама нашла мой детский рисунок. Это мама, а это папа. Не знаю, почему папа выше на две головы, но я так себе представляла в детстве. Но главное, что руки на месте, ножки на месте. Мне кажется, это очень мило. Сохраню. А это моя модная мама. Смотрите, какой у нее интересный цвет волос. Это платье. Эти тени просто. Нос, конечно, какой-то странный. Но все равно главное, что все по стилю. И руки желтые. Но мне как бы нравится. Да,